Отвлекся от дороги и спровоцировал серьезную аварию. Сегодня на проспекте Ибрагимова водитель «Тойоты» протаранил стоящие автомобили. Удар был очень сильный. Некоторые автомобили уже не подлежат восстановлению. Травму получил сам предполагаемый виновник. Айрат Назипов с подробностями. На большой скорости бешеный прислал мне, как говорится, сами видите. Несмотря на сильный удар, ни водитель Renault Logan, ни водитель Hyundai Getz не пострадали. Куда больше досталось предполагаемому виновнику аварии. Мужчину госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. У него даже подушка безопасности сработала. В руль, что ли, он, наверное, я не знаю, я не эксперт, но мне показалось, что он под чем-то. Это во-первых. Во-вторых, он разговаривал по телефону, как установили полиция. ДТП произошло еще до пересечения с улицы Гагарина. По предварительной версии, Рено и Хюндей остановились в ожидании разрешающего сигнала светофора. Но выполнить поворот налево помешала Тойота Королла. Ее водитель снес стоящие машины. Был красный свет, стоячую машину. Поворачиваю, поворотник включил. И у меня даже, знаете, у меня даже жилеточка есть. Я все одела, как положено. Я законопослушная. В результате аварии Рено и Тойота получили сильные повреждения и потеряли возможность передвигаться самостоятельно. Владелец французской иномарки уже не рассчитывает на восстановление своего автомобиля. Айрат Назипов, Адель Мулахметов, вызов 112.